Хочу поздравить тех участников, которые выиграли сегодня. А конкурс уже закончится, да, подходит к концу уже? Еще немножко осталось, да? И хочу поздравить, которые еще наградят впереди. Вот, конкурс потрясающий. Девчонки, вы вообще супер. Пластичные, красивые, фигуристые, вообще вау. Вот, а я для вас хочу исполнить композицию «Дай мне свою руку», которую написал Глеб Кулыгин. Если кто-то хочет встать и по гоу-гоу, как правильно, гоу-гоу. Я буду не против, я буду рад. Смотрите, окна закрыты шторами, не видно, кто в них живет. Смотрите, улья забиты пчелами, так сладок и странный мед. Дай свою руку, я покажу тебе, о чем болтаю там. Все разговоры только о закате и море. Смотри вокруг, нас дышат и крепкие, но и нас не удержать. Давай сбежим, давай это сделаем, не страшен чьи-либо я. Дай свою руку, я покажу тебе, о чем мечтаю там. Где разговоры только о закате и море. Прикоснуться, я оставляю не в прожитых снах, но знаю, что нужно вернуться, вернуться, вернуться. Не больно, я
Ветер обнял по волосам, в небе остывшие звезды. Я не как все, но и ты не смогла. Стало нельзя то, что можно. В розовый свет дальних планет небо все разрешает. Сны навсегда, с тебя меня нет, а кто-то просто играет. Мне больно, я больше не чувствую боли. Мне больно, я не потеряю родное свои. Мне больно, я вдаль улетаю за ветром на волю и вновь возвращаюсь с рассветом твоим. Не задавай больше вопросов. Мои ответы — это твои слезы. Там, где живут ветер и грозы, я расправлю крылья. Так просто. Я не умею быть, кем не являюсь. Я ухожу, но все равно останусь. Я хочу оставаться собой. Не больно. Я больше не чувствую.